В рамках реализации партийного проекта «Новая школа» на площадке Одинцовской школы номер 1 прошла видеоконференция. Первый заместитель председателя Московской областной думы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина, обсудила с учителями округа вопросы выплат, горячего питания в учреждениях образования, а также работы пришкольных лагерей. Остается на контроле и проведение выпускных в 11 классах.